здравствует весна. Она все-таки наконец-то пришла. И я очень рад, что наконец-то закончились эти пронизывающие холода с ветрами и со всей этой дрянью, которая есть еще буквально недели две. И я думаю, что наконец-то станет тепло. Поэтому я сегодня, как в книге про мумитроллей, радостно пою песню о весне. Конечно, хотелось бы спеть вот эту вот мою любимую. Это булочка с маком, это 1 мая, но еще не 1 мая. Однако весна уже наступила, и я смотрю, что народ как-то так более зашевелился. То есть отмороженность закончилась, это радует. Вообще, на самом деле, имеет смысл в жизни побольше позитива иметь. Почему? Потому что, ну вот, утром испортит тут настроение, потом весь день ходишь такой понурый, типа, ой, блин, да, и сам не знаешь с чего. Вроде бы ничего не случилось, да только все не так, вот как надо. Ребята, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, черт его знает, что с нами будет, поэтому этой весной пускай не будет ни одного несчастного человека, пускай у всех все будет отлично. В том числе и у меня, в том числе и у всех остальных. Да здравствует весна! Ура!